Привет, народ. Давно не виделись. Знаете, такая интересная история произошла. Возле метро мне дали две вот такие сим-карты. Напишите мне в комментариях, кто с таким сталкивался. Вообще они настоящие, они, ну, ими можно пользоваться, или это одноразовые какие-то симки, которые, ну, попользовался и выбросил. То есть их нельзя пополнить, потому что, по сути, когда ты покупаешь сим-карту в салоне, ты ее регистрируешь. То есть там покупаешь ее по паспорту, заполняешь договор купли-продажи. И как бы получается, что она зарегистрирована. А здесь просто тебе дали симку бесплатно возле метро. И что? Вот я не знаю, как бы она настоящая или это просто разводило какое-то. То есть это несуществующий номер. Но если так, то зачем их раздавать бесплатно? Вот. Ну, единственное, что у нас раздают мегафон, а мегафон мне не нужен, поэтому я их отдаю брату. Если бы раздавали МТС, я бы схватила штук 5. Вот. Ну, в общем, не знаю, что это такое. Напишите мне, если вы сталкивались вообще, что это такое и можно ли этому доверять. Друзья, не знаю, будет ли вам видно, но у нас сыпет снег второй день. Он довольно мелкий, просто вот, ну, как такая крошка, даже не знаю, как, наверное, отсюда не очень хорошо видно. Вот видно подоконники, прям как песочек такой, мелочь валяется. Вот у нас целый день вот такой вот сыпет, и вчера целый день, и буквально в субботу мы с мамой ездили в Ашан. Буквально все таяло, было довольно тепло. Причем все таяло, и, собственно, снега очень тоже много было на дороге, поэтому были пробки. А вот вчера воскресенье, и сегодня практически вот так вот. И, как вы видите, никакая снегоуборочная техника вообще не работает, как будто все забыли вообще, что зима наступила. И, наверное, завтра, уже когда тоже все будут спешить на работу, будет работать техника. И, соответственно, опять пробки и все в таком духе. Ну вот, к сожалению, на видео, мне кажется, не видно, не передается. Но сыпет мелкий снег, и он сыпет, ну, вообще без перерыва. То есть вот со вчера, как он начался где-то после обеда, и вот сегодня уже вечер, и он еще ни разу не делал перерыва. Вот так вот. Вау. Вот если вдаль посмотреть, то там вот, там вдалеке туман такой, это вот как раз из-за снега, потому что он просто стеной такой падает, и поэтому ничего не видно. Белый. Снег сухой, я так предполагаю, он такими шариками маленькими, очень мелкими-мелкими, насыпается слоем. А если бы он был чуть-чуть влажный, ну как бы мокрый снег, то было бы очень красиво, деревья бы облепило снегом, и прям как в сказке, такие заснеженные белые деревья. Я бы тогда пошла в парк и поснимала бы вам красоту. А так очень холодно, где-то, наверное, минус 20. И вот сильный ветер еще к тому же, метров 10, наверное, в секунду. И вот такая метель, туман из снега, который просто во все стороны. Но из-за того, что он очень мелкий, вот такой как бы стеной все это выглядит, белый. Ну, тоже хорошо. Хотя бы на Новый год будет не голый асфальт, это радует. Привет, народ. Давно мы не виделись, я не показывалась в кадре, все как-то за кадром, за кадром. Сегодня, наконец, у меня появилась возможность. Я упаковала уже 2 выигрышных подарка. Третий пока ждет своего получателя, потому что он пока попросил отложить доставку, отправку, доставку вот на неопределенный период времени. Но он как бы должен сам мне сообщить, когда он готов будет ее получить.
Вот. А два подарочка уже сегодня отправятся к своим победителям. Вот. Еще сегодня мне пришла посылка на почту, пойду забирать. И завтра ожидаю доставку курьером, большую посылку с книгами и раскрасками. Так что буду делать обзоры. Вообще очень много сейчас нужно видео всяких снимать. И должна, ну, не то что должна прийти, сейчас приходят примерно, наверное, по две посылки в неделю с AliExpress. Я делала большую закупку на 11.11. Вот, тоже надо это дело все снимать. И наконец-то мне перешел штатив, и я, наверное, буду тоже обзоры уже начать надо снимать. И, собственно, штатив обзорчик сделать, и уже на нем начать снимать, пробовать как-то другие видео. Вообще в голове сумбур какой-то, несмотря на то, что я начала вести еженедельник. Вот, но в голове сумбур, очень много идей, очень много видео, которых, ну, которые нужно снять, но пока до этого дела не доходит, то что, ну, увы, 24 часа в сутках только, и то половину, ну, 9 из них надо поспать. А ночью, как бы, снимать не очень, потому что тишина, как бы, ну, не стоит мешать людям другим. Вот, так что сейчас посмотрю новые видосики, которые вышли у моих любимых блогеров. Попью чайку, позавтраку и побегу на почту. И сегодня мне еще надо очень много видео отснять для вас. Прям, не знаю, голова кругом. Когда все это успеть, и причем декабрь-то уже начался, а мне еще как минимум два обзорных видео на ноябрь надо снять. Я как-то пропустила, когда успел декабрь начаться. Как-то это дело пролетело мимо меня. Вот. Видимо, из-за того, что 1 числа я ездила на фан-встречу, может быть, из-за этого, как-то я пропустила декабрь. Он плавно перетек из ноября, собственно, в декабрь. Какой-то плавный переход был, и, видно, я вот поэтому и пропустила. Потому что не об этом думала. Ну ладно, все. Приятного аппетита, кто ест. И я побежала на почту.